Пока ни одной, конечно. С арками очень сложно. Но посмотрите, что мне удалось сделать. Я сделал жмеля наконец-то. Парочку уровней на жмеля сделал. Ёбнем? Конечно. Вот, смотрите, комната жмеля. Обратите внимание на обои. Я просто взял копи, скопировал обои со стримов жмеля. Как вам такой ход? Смотрите, мы подходим к чашке. Алкатрип. И сейчас мы начнем алкатрип. Сейчас просто будет убойный Соник. Игра в духе Соника, и надо будет жечь. Сейчас, я звук поравняю. Вот это вот, вот жмиль, посмотрите. Ёбни! Блин, трудно. Ёбни! Поехали, давай, жмиль, беги. И вот сейчас будет, вот оно, кайф. Ёбни! Соника. Ёбни! Ёбнули, побежали. Давай. Ёбни! Ёбни! Все, я справился. Вы прошли первую алкогольную фантазию. Ранг жмеля в конфе повысился до 3-го уровня. Ура. Ух. А где предзаказ, друзья? Просто закладывайте мне бабки на игру, я ее бесплатно буду выкладывать в виде демо-версии и вообще, в принципе, в итоге окончательную версию. Алкатрип номер 2. Он пока не закончился, но это полез жмеля. Ёбни! Я не знаю, я что-то здесь придумаю интересное потом. Чтобы были какие-то испытания. Ёбни! Ёбни! Так, ладно. Фух. И теперь я покажу та же самая игра, но только с елдой богов. Ну, со жмелем пока круто получается. Нет, Samsung не потянет, к сожалению. Это чисто ПК-версия, друзья. Ща. Не забывайте, в общем, закидывать мне на игру, и игра будет продолжаться. Буду ее дальше делать. А музыку добавлять можно любую. А музыка по нарастанию, это жестко. Там придется много-много-много менять. А, напоминаю, что у нас и про Илду Богов тоже есть арочка. Ну, давайте, не знаю... Ну, я это все зачитывал. Давайте сами подсчитывайте так быстренько. И на игру, конечно, закидывайте мне бабки. Чем больше бабок, тем больше я работаю. Я также художников собираюсь там понанимать. Может быть, они мне что-нибудь нарисуют еще дополнительно. Если будут бабки, я смогу нанять художников для игры. А графической работы тут тоже дофига, как понимаете. И пока я все сам делаю, видите, тут кривоватость над головой у неформальной красотки, это тоже недостаток, его надо убирать.
Но если я буду по мелочам сильно рассыпаться, я никогда не закончу этот проект. А вообще это РПГ, друзья. Вообще это РПГ. Так, ну все, идем к пацанам. Сейчас будем уже развлекаться. Я вам покажу новое, что я хотел сделать. Давай быстро с тобой разберемся. Медоеда побьем. У меня свои художники есть, Batman Blog. Музыка мне нравится, это клево. Я, кстати, Медоеда попросил, чтобы он разрешил мне все свои, ну, треки использовать для музыки. Это было бы неплохо. И в конце напоминаю, что будет развязка в виде, как это там называется, сходки Убермаргинала. Это будет финальная арка, где все сойдутся вместе. Там будет Сережка. У нас есть люди, охуенные православные. Сейчас Вагана забьем. Чисто чтобы облутать труп, друзья. Ваганус, давайте Вагана мочим. Забили Вагана, пошли дальше. Все, друзья, давайте поговорили и хватит. Все, он оделся. Ща. Я, кстати, доделал. Ой, давайте договаривайте, друзья. Сейчас выходим, выходим, выходим. Ну, все, многие это просто видели, я поэтому пока диалоги пропускаю. Ну и вы когда-нибудь сможете сами в это поиграть. Шуе гейм сохраняется. Мы не будем сейчас приставать к Ирке. Вот, кстати, Ирка, друзья, кто знает Ирку? Все знают Ирку. Слышь, Маргарян, давай уже выскажи все свои претензии ко мне. Ирка не сегодня, пока. А, грёбаный атеист. А, он сейчас, он силен. У нас есть люди, охуенные православные. Я вагаю, недоед, не могу. Мору, паник, ёпта, блядь. Они убьют вас. Звуки пока что я плохо настроил, поэтому, ну, вы слышите сильно громко. Ну, ладно. Главное, чтобы Васила не убили, потому что у Васила есть логика, с помощью логики он лечится. Кстати, с воперами хорошая идея, я действительно воперы туда пойду. Жалкого атеиста очень много жизней. Блин, и два раза надо было ударить именно по Василу, да? Ну, пёс. Жёсткий бой. Ну не второй раз только, давайте добиваем гада, он надоел. Добиваем. Этот бой должен быть. Вполне возможно, Васил, да, ему ударил. Ну давайте уже убейте его, сколько можно. Не можем жалкого атеиста победить. А, это было жестко. Да, мы уделали очередного атеиста.
Все, теперь я буду вам новое показывать, друзья. Что у меня нового появилось? Так, давайте возьмем. Мы взяли донат, побежали. Побежали дальше. Побежали дальше. Нам здесь неинтересно. К сохранялке подойдем, и жизни у нас будет больше. Побежали дальше. Здесь секретный супер донат. Чеченский Витгенштейн нам сейчас продаст, в общем, непосредственно что-нибудь, потому что нам нужен пистолет. Без пистолета мы не потянем. Давайте сразу купим все, всю броню, которую можно. Броня участника конфы самая модная, и шлем участника конфы тоже самый сильный. Все, чеченский Витгенштейн доволен. А мы тем временем довольны тем, что у нас есть экипировка хорошая, наконец-то. Пистолеты, шлем, оружие. Экипировать. Вагана экипируем. Так, почему-то вагану нельзя экипировать пистолет. Я один пистолет, что ли, взял? Блять, я взял один пистолет, а нужно 4. Закупиться. Витгенштейн, давай-ка ты мне пистолетов еще. Рой. Рой пистолетов, пожалуйста. Так, друзья, сейчас будет уже... Так. И вагану пистолет. Ну, я сейчас взял все самое сильное оружие, надел, чтобы было, ну, хотя бы показательно. Чтобы я не продувал. Так, переходим на площадь Летова. О, демоны разговаривают. Ну, это вы тоже видели вчера, я думаю. Так, площадь Летова. Если что, я создаю здесь, знаете что? Смотрите, у меня здесь будут квесты с банком. Васил и пацаны будут так грабить банк в итоге. Ну, потому что Васил не любит банковскую систему, напоминаю, он против кредитов, и поэтому он, в общем-то, направится непосредственно разрушать банк. И есть еще общество атеистов, сиентистов и скептиков, которые переводятся как сосис, ну, то есть они там тоже будут разносить атеистов. Докинз там будет, например, и все такое. Но это пока еще не проработано. Пока все находится вот на таком уровне. Вот на таком уровне пока все находится. Банк и сосис. Ну, то есть вообще ни на каком. Здесь даже домов пока еще нет. Но скоро будут. Ну, мы пока идем дальше. Елда богов отправляется дальше. Кстати, вы знаете, что я придумал? Что... А, вот смотрите, бой, например, с демоническими тыквами. У нас есть люди, а вот это да. Так. Это еще не высочайший уровень. Скоро будет выше. Я буду дорабатывать все аспекты игры. Пока все очень плохо. С балансом, по крайней мере. Во, пацаны, расстреливают. С маргиналом, кстати, знаете, как все начнется? Он просто из Америки пойдет и будет из пистолета отстреливать бомжей, как и по-американски. Так, но нам сейчас нужна Астра. Начать квест. Начнем квест. Вы помните, какой квест здесь, да? Но, знаете, что я добавил? Что когда мы поймаем Астру, она будет вступать в партию потом. Да, он будет отстреливать сумасшедших бомжей в Америке, представляете? Ну, это будет клёвое начало для игры, потом он в Москву приедет. Да, это Шуе Гейм. В новелле просто нельзя было бы догнать Астру, друзья. Васил разделся.
Так, гонимся, гонимся за Астрой. Гонимся за Астрой, гонимся за Астрой. Астра, стой. Астра, харе. Астра, 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 стой. Я тебя поймаю, Астра. Астра, стой. Астра, все, все, Астра, тебе конец. Астра. Астра, блин, твою мать, что ты делаешь? Астра, харе, стой. Астра, Астра, блин. А, я поймал Астру. Первый бой. Смотрите, как нужно кадрить девчонок, друзья. Друзья, если у вас проблемы с девушками, вот как нужно с ними общаться. А музыка будет потом, пока музыки нет. Сейчас. Так, 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 бежим за Астрой. Где она? Вот она. Хух, мы ее не упустили, поэтому сейчас все быстро закончится. Блин, стой. Она в дерево впялилась, дурочка. Православные. Ну вот. О нет, только не это. Васил смог. Он добился своей цели, впрочем, грех на его душе от этого лишь увеличился. Астра вошла в команду Илды Богов. Смотрим. А вот у нас и Астра теперь с нами, видите? Давайте снарядим Астру лучшей экипировкой. Ой, вот она. Пистолет, шлем участника конфы и броня участника конфы. Все, идем дальше. Давайте, что, с кружочками подеремся? Они решили нас забить. Ну, на самом деле, бой будет значительно труднее, потому что... Блин, они мочат. Застрелите уже их. Проблема в том, что я качаться сейчас не могу, потому что в игре пока нет возможности прокачиваться нормально, блин. Я не знаю, вполне возможно, на сходке будет возможность выбирать сторону вообще. То есть за ту сторону, за которую вы будете играть. Сначала вы до этого, до сходки прокачиваете всех персонажей, а потом... Вот нас Витка ждет. Да, враги сейчас что-то жесткие. Сейчас баланса в игре вообще нет никакого. Блин, они украли медоеда, друзья. А, бля, что? Смотрите, прощай, медоед. Я не прописал перемещение. Я лох. Ладно, давайте я вам покажу, что еще есть. Просто перескочим. Спокойной ночи, Цунада. Я сейчас сам уже просто ухожу. Давайте уже тоже. Давайте в залы боссов отправимся тогда сразу же. В общем, они переместятся в лабиринт большой, и в лабиринте будет много возможностей разных. Ща. Ай, блин, я хомячком буду. Ну да ладно. Вот, например, такой босс будет. У нас есть люди охуенные православные. Я могу... Ладно, друзья, я, видимо, вам ничего особо не покажу больше, потому что меня будут мочить. В общем, такой босс будет в игре. Ну что, друзья, ладно, давайте тогда я уже тоже ухожу. Мы с вами сегодня неплохо провели, по-моему, время.